Всем доброе утро. Начинаем подготовку к завтраку. У нас будут круассаны с начинкой и круассаны обычные. Здесь у меня покупное тесто, вторая пачка. Я разогреваю духовку на 200 градусов. Вверх-вниз конвекция. Ну все, отправляем в духовку. Пусть выпекаются. У нас два Коли. Один позитивный, один подрасстроился. Пытается показать, что он расстроен, а сам смеется. Колянчик? Колянчик? Пошла плохая вина. Не вижу. А у нас по плану утренний кофе. Доброе, сыночек. Покажешь свое личико мамочке? Ой, очень красивая, очень красивая. Это я вот так вот. Наш кофе готов. Круассаны еще в духовке. Так что всем приятного аппетита. Пока мы пьем кофе, напротив нас ребеночек завтракает. Омлет отправляю в духовку. Так, у меня здесь сырое мясо, я его сейчас обжарю в виде бекона. Бекончик готов, все, он сейчас жир весь стечет. И я его буду внутрь круассанов. Я сделала два противня круассана. Один будет такие сладкие варианты, а один будет как бутерброд выглядеть. Вот, так что это пойдет внутрь вместе с омлетиком. Итак, на утро у нас сухой завтрак, круассаны сладкие, омлет и круассаны с беконом и яйцом. Сейчас будете кушать. Родной, как? Вкусно. Семья, всем приятного аппетита. Здравия.